Главу Баргузинского района Алексея Балуева отправили в отставку. Такое решение сегодня приняли депутаты райсовета. Против проголосовали только двое из 15. По их мнению, руководитель муниципалитета не справился со своими обязанностями. Дважды депутаты оценивали его работу неудами. Цель поставили в самом начале, еще в 2016 году, во время выборной кампании, когда их кандидат проиграл, а меня убрать, они эту цель преследуют. Я пытался наладить с ними отношения, с депутатами. Но, к сожалению, к великому моему сожалению, не получилось. Однако точку в этом деле ставить еще рано. Алексей Балуев намерен оспорить свою отставку в суде. Причем это будет уже второе его судебное разбирательство. До этого уже экс-глава судился и по поводу необоснованных, по его мнению, неудовлетворительных оценок со стороны райсовета. Основания для этого есть. Первое, вся деятельность райсовета нелегитимна. На основании того, что регламент работы совета депутатов, принятый в 2009 году, до сих пор не вступил в действие. Это записано в государственном регистре. Как бы то ни было, на сегодня временно исполняющим обязанности главы Баргузинского района назначен председатель райсовета Зарикто Сундаров. Напомним, дрязги между ветвями власти в Баргузине продолжаются уже 2 года и в точности напоминают скандальные события в Тункинском районе.